филиале Академического малого театра в Когалыме продолжается творческий сезон. Недавний концерт артистов и оркестра прошел с аншлагом. Только за три дня его посетили порядка 900 человек. Это жители города и гости культурной столицы Югры. О дальнейших планах расскажет директор филиала Маргарита Гичай. Следующие наши мероприятия – это детские спектакли 26 и 27 ноября. На нашей сцене, в нашем театре будет показывать свои спектакли Ханты-Мансийский театр кукол. Он уже приезжал к нам неоднократно. В этот раз он привезет спектакли для самых маленьких с маркировкой 0+. Следующими за ними приедут наши гости из Нижневартовского ТЮЗа, тоже привезут спектакли, но для детей уже постарше. А наши спектакли малого театра пройдут в декабре с 15 по 18 декабря.